С нового автовокзала Йошкар-Олы теперь можно доехать до Ярославля и Самары. Из столицы МРЭЛ открыты новые автобусные маршруты. Большие комфортабельные автобусы, следующие в Ярославскую и Самарскую области, начали курсировать на днях. Первых пассажиров до Самары провожала Марина Пушкарева. Время отправления 17:30. Йошкар-Олинский автовокзал расширяет транспортные горизонты. Те направления, куда логистически добраться было особенно сложно, получили альтернативу. Раньше до Ярославля, например, нужно было ехать через Москву или Казань с пересадками на поездах или самолетах. Теперь можно напрямую на автобусе. Периодично с Самары ходят один раз в два дня, то есть по нечетным. Ярославль один раз в неделю по четвергам. Билет можно приобрести через кассу автовокзала, на сайте автовокзала и в интернете на сайте Е-Трафик, Босфор. На Самару идет через Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Тольятти и Самара. На Ярославль идет через Кинешму, Волгореченск, Кострому и Ярославль. Автобусы до Самары и Ярославля отправляются вечером, чтобы большую часть пути проехать ночью, когда пассажиры могут поспать. Путь не близкий. До Ярославля автобус едет примерно 16 часов, в столицу Самарской области – около 12. За рулем поочередно работают двое водителей. Не более 4 часов мы ездим. То есть вы меняете? Да, с напарником меняемся. Для водителей таких автобусов дальнего следования на автовокзале есть комната отдыха. Да и для пассажиров с детьми приготовлена комната матери и ребенка. Вообще на новом автовокзале в Йошкар-Оле хоть и компактно, но размещено все необходимое. От камеры хранения и буфета до пункта полиции. А зал ожидания может одновременно вместить около 100 человек. Недавно на автовокзале ввели в строй вот такое большое табло, на котором отражаются прибытие и отбытие ближайших автобусных рейсов. Специально для него была написана программа, которая была адаптирована с программы управления автовокзалом. Еще одно такое табло находится на улице. Недавно также для удобства пассажиров между автовокзалом и ЖД вокзалом Йошкар-Олы стал ездить специальный автобус. Он едет от точки до точки без остановок. Проезд бесплатный. Рейсы автобуса сориентированы на расписание поездов до Москвы в 6:20 и 7:20 утра и 18 вечера. Это особенно удобно для тех, кто приезжает на автовокзал с районов республики. Пока мало кто из пассажиров знает об автобусах до Ярославля и Самары. На первый рейс была продана всего пара билетов. Но наверняка в будущем, особенно в летний сезон, и здесь появится наплыв желающих. Как сообщил директор республиканского автовокзала, поступают предложения и от других перевозчиков об открытии новых автобусных маршрутов до Сыктывкара, Саратова и Санкт-Петербурга.